посмотрите, ну, да, сколько у нас как бы всего. И это еще не все, как сказала Мэри. Я не знаю, как мы... Мэри. Как мы поедем со всем этим на такси? А мы еще должны заехать за продуктами, я просто напомню. Круто, вы просто казались мужчиной. Да пиздец, даже не говорите ничего. А Лиза уже уехала с семьей, такая... А, уже не курит, поэтому просто так. Джонни там слушает. Круто! Ребят, как вам количество подарков вообще здесь? Как думаете, на сколько персон эти подарки? Раз, два. Ну, там еще завалялся. Один. Может быть. Ну что, загрузка происходит. Мы думали, что не вместе, но вроде как, посмотрите, в машине много места. Так что прогнозы хорошие. И машинка у нас такая, знаете, топ. Только чуть помятая. Но не обращай внимания, надеюсь, не встрянем никуда. Ну что, как вам комфортик такой? Комфорт плюс. Я на переднем тоже. Топово, знаете. Мы вот доехали до Whole Foods, ставили все вещи, девочки пошли закупаться, а я буду сидеть с вещами и охранять их. И есть одно, я очень голодный. Мне Маришка вот оставила кипочку. Никто, я сейчас буду есть курицу. Топ. Если что, погода сейчас просто максимально весенняя, на улице очень тепло, давно так не было. Напоминаю, что 30 декабря, как бы, и это очень необычно, находиться в таком климате, в такой погоде. Какой-то полный бред. Поэтому новогоднего настроения пока что zero. Тем временем я жду уже минут 40, но я в целом, знаете, терпеливый человек, поэтому не жалуюсь. Сижу в телефоне, но как-то хочется уже поехать дальше. Я посмотрел дорогу до дома, я думал, что мы уже практически здесь. Но ехать еще полтора часа. Так что хочется уже поскорее поехать и оказаться дома. В доме нашем. Неужели у кассы не прошло и часа? Или прошел час? Около того. Сижу здесь. Все, мы теперь точно не поместимся в обычном машине. Сколько потрачено, скажите? 40. Сколько? 40. А, ну ладно, нормально. Кстати, думал, хуже будет. Ребят, ну что ж, приехало такси. Мы ждали его 15 минут, она уехала, сказала, что у них нет места, у него нет места. В итоге мы взяли shake and shake, сейчас будем перекусывать и ждать такси следующее. Дайте, откуда песня? Поняли? Поняли, откуда песня? Как будто перебивка сериала. Да. Какого российского? Это я не знаю. Я не знаю. Воронины! Смотрела. Поняла? Да. Писец. Бэтмен в Калифорнии. Мне нравится, что пакет на полтора. В Калифорнии все-таки? Мой любимый штат. Город. А что вы завидуете? Давайте без этого. Да, вкусно. Блин, вообще как будто не на НГ едем отмечать. Да. Куда-то просто рандомно на пляж поедем. Да. Ребят, ну семейка Воронинах наконец-то уехала. Ее забрала такая тачка огромная. Yes! Сейчас мы пойдем с вами ставить подарки под елку. Все уже вроде пошли спать, поэтому самое время. Всем доброе утро, нас зовут уже на завтрак, но, естественно, угадайте, кто спит. Лизуля, Лиза,
часах 11 утра, если что. Мы встали последние, но Лиза никак не может встать. Лиза! Там очень вкусный завтрак. Говорят, там еще сразу привезли много пакетов из ЦУМа. Лизуль! Там шведский стол готов! Нет, а ну-ка встань, чтобы я увидела. Такой вот завтрак приготовили девчонки, шикарные. Просто жесть. Шикарные девчонки или шикарные девчонки и шикарный завтрак. Ребята, начинаем день с Smart Butter. Смотрите, какой красивый вид из окна. Осенний, правда, но ничего. Может, вы знаете, она проснулась сразу, начала фыркать. Yes. Немножко отвлечемся от новогодней атмосферы, потому что на носу уже февраль, работа кипит, учеба тоже давно уже началась у людей, и хочется как раз-таки поговорить про и работу, и учебу. Недавно обсуждали с друзьями, что 80% нашего окружения работают не в той сфере, на которой они отучились, и в том числе и я, кстати. Мне кажется, что это связано с тем, что мы в таком незрелом возрасте, не прислушиваясь к себе, к своим желаниям, выбирали ту сферу или профессию, которая в итоге не стала любимой, потому что мы не знали себя даже в тот момент. Если сейчас вы находитесь на таком важном этапе, на этапе выбора, то у меня для вас есть классное предложение. Старт дизайна от школы контента — это самый надежный образовательный трек для новичков. Я еще, правда, не видел таких курсов, где сначала определяют твою профориентацию, а уже затем обучают по профессии, которую ты выбрал. Этот курс включает в себя 5 топовых направлений дизайна. Это UX UI Designer Pro, графический дизайнер Pro, Motion Designer Pro, дизайнер интерьеров и 3D-художник. На профориентации студенты за 2 месяца практикуются в каждом из этих направлений и решают, что им больше по душе, что больше нравится, после чего выбирают профессию и начинается полноценное обучение по этой профессии. Почему вообще профессия дизайнера сейчас так актуальна? Плюсов, правда, много. Во-первых, в дизайне есть много различных направлений, я вам уже перечислил до этого, и я уверен, что каждому найдется что-то по душе. Во-вторых, в дизайне можно работать из любой точки мира, не привязываясь ни к чему. И в-третьих, это то, что начинающие дизайнеры зарабатывают от 80 тысяч рублей, а опытные дизайнеры уже от 180 тысяч рублей. А если еще говорить конкретно про курс Start Design at Contented, то после обучения карьерный центр поможет вам найти работу или клиентов на фрилансе. Поэтому обучайтесь, прислушивайтесь к себе и переходите по ссылке в описании к этому видео. Так, ребятки, у нас сейчас будет рум-тур по нашему огромному дому, по нашему TikTok-хаусу новогоднему. Так, давайте начнем с комнаты девочек. Здесь немножко бардак, но есть вот такая кровать. Не king size, queen size, но все равно. Хоть что-то, знаете, вид такой на лес. Нет, если что, оператор, личная сестра. Гардеробная такая вот, что-то как-то мало вещей. Вот я вообще как-то... А, ну ладно, мы на 2 дня приехали на 3. Так, здесь общая ванная. Все, какая ванная? Нету. Ты уже успела ее принять? Скажи себе в зеркало. Так, пошли в свою комнату. Комната Юли такая же на випах. Смотрите, это реально очень красивая комната. Вот тут наделала сейчас вебинар свой по биологии. Вот кроватка. Вот это кинг сайз, что можно сказать. Ну, комната отличная, я считаю. Тебе как, самой вообще нравится? Да, мне самая лучшая комната. Это факт. О, кстати, американские вот эти вот люстры. Надо сделать пользоваться и наблюдать. Еще раз. Это не выключится. Еще раз у себя? Все. Получилось? Или нет, я не понимаю. Буду ждать. Ну все, вроде нас затормозило. Можем идти дальше. Так. Это был у нас второй этаж. Сейчас мы спускаемся на первый этаж. Нет, это третий. А, да, третий. Ну тот цокольный, я считаю. Так. Тут у нас вход вот такой, ничего интересного, в принципе. Проходим сюда. Здесь комната родителей. Вот такая интим-зон, туда входим особо. Ну, комната, да, такая приятная, симпатичная. Так, ванна еще вот такая есть. Тесная, но хорошая. Я знаешь, что я думала в своей кровати? Что вообще?
Понятно. Классно. О, а что это мы? Гостях у Тимика. Показываем дом. Здесь у нас вот такой вот стол. Мы сегодня принимали завтрак. Так, кухня огромная, пойдем покажем. Дядя Юра, что готовится? Дядя Юра у нас... Я сейчас буду мариновать курицу. Сейчас курицу намариную. Картошку начищу. Привет всем, привет, здоровы. С Новым годом, с новым счастьем. О, ребят. Здоровья, добра, счастья. Согласен, подписывайся под каждым словом. Так, что у нас есть из ассортимента алкогольного? Я не понимаю вообще, почему мы решили коллекцию дорогих этих взять. Что это у нас? Да, шампанское. Дон Периньон. Дон Периньон. Майот. Вау. Это что такое, Лиз? Эгнок. Молочное с яйцом. Вау. И много разных вин. Белое, красное. Это вот что такое у нас? Это коктейли. Много разных напиточков. Ну, точнее, одинаковых напиточков. Вот эта вот штука, ребят, вы охренеете. Мы вчера, в общем, решили разрезать. Я вообще пришел, думаю, что это такое. Мне сказали, что это огромная мармеладка. Как это называется? Мишка. Да, мишка-мармеладка. Вот, мы разрезали, поели все. Она очень вкусная. Какая-нибудь видели такой размер мармеладочки? Я в шоке. Так, ну, в принципе, ничего такого здесь вы не увидите. Просто типичный набор, но самое главное, естественно, но это икра. Новогодняя. А что еще из новогоднего? Ничего, спасибо. Так, правда сюда. Холодно здесь. Здесь мы уже вчера погоняли чуть-чуть. Настольный теннис. Сейчас тоже прогнался. Ну все, в принципе, такая комната достаточно тоже прикольная, что активность какая-то есть, знаете, да. Так, идем дальше. Ты еще не устала это резко? Нет. Наш зал. Елочка. Смотрите, сколько из подарков. Сегодня будем распаковывать уже в предвкушении. Рога, возможно. Очень, на самом деле, вообще уютная здесь гостиная, согласна? Да. Здесь больше здесь камин, все прям идеально, знаете, традиция с Нового года, американцев. И пойдем уже в наш цокольный этаж, самое лучшее. Это с верхов к низу пошли, к низам. Да, к низам, знаете, кто здесь живет. К низам живут, во-первых, и стирал, как ставится, что удобно. Вот комнаты, как в лагере этот живет. Живу я, вот моя кроватка. Здесь спит Лиза. Здесь спит Света, это подруга Лиза. Комната скромная, как вы понимаете, здесь ничего даже искать не нужно. И тут вот она, наша любимая комната с Юрой и Мариной. Мы вчера здесь играли в бильярд с дядей Юрой еще. Было вообще топово, я никогда в жизни... Ну ладно, в детстве играл в бильярд и уже забыл вообще каково. Тут такой, знаете, такая практика была классная, и я прям влюбился в бильярд заново. Знаете, мне кажется, когда ты взрослеешь, ты начинаешь понимать всю суть. Потому что в детстве я вообще не понимал, в чем прикол. Настольный футбол тоже. Вот это я обожаю с детства, и я очень рад, что это здесь есть. Мы вчера с Юрой тоже погоняли. Здорово было. Да. Короче, очень классно. Такой вот пост, с чем-то пупом, телек. Все при себе. Здесь есть, в этом доме есть все для любых типов людей. Те, кто любит просто посидеть, посмотреть телек, кто любит поиграть, кто любит подготовиться на кухню, что-нибудь. Для всех все найдется, поэтому топ. Мы можем наблюдать, как девочки снимают тиктоки. Ну, посмотрим, залетит ли в реку. Все, видео снято с рутуром. Спасибо, Юля. Так выглядит наш дом снаружи. Очень прикольно, мне кажется. Дураж вообще завораживающий. Немного вайб сумерек таких фильмов. Посмотрите, какой туман. Я в шоке. Очень красиво. Я обожаю туман. Сейчас созванивался с мамой. И так странно, что там уже 22 часа вечера. И через 2 часа будет уж Новый год. У нас только 2 часа дня. И Новый год будет через 12 часов. И просто странно, потому что раньше я помню, как когда я уже не отмечал Новый год с родителями, я звонил им в сам Новый год, поздравлял их, просто там, будучи, например, в Москве.
Вот, из-за этого чувствовалось, что мы все как будто все равно все вместе. А сейчас нет такого ощущения, нет вообще ощущения того, что где-то празднуется уже Новый год. Там я смотрю в сторис, все уже в костюмах стоят, там пьют. У нас вообще, как бы, как видите, антураж, вообще антуража никакого новогоднего нет. И это чувствуется, наверное, только в том, что мы сейчас будем нарезать салаты, как-то готовить еду, сами наряжаться тоже потихоньку. Но в целом, именно по обстановке, потому что происходит дома, все равно нет такого новогоднего настроения. И опыт, конечно, интересный такой экспириенс, но прикольно. Ничего не могу сказать, просто очень по-новому как-то. То время готовки кладете, салатов. На мне сегодня крабовый заливаешь. Салат. Добавили вот так огурчика. Дальше следом пойдет рис. По московскому времени, если что. Включили вот Юля! Для того, чтобы начать наполнить нашим новогодним настроением. Я же все забыла! Я забыла! Чирс! Чирс! С Новым годом, ребята! Новым годом! Не верится. Лиз, мне говорит, точно не учится. Чирс! Поздравляю с Новым годом, мамуля. Чтобы у вас всегда все за здоровьем было хорошо, мне самое важное, любимое. Я вас очень сильно люблю. Да, моя мамочка скоро встретимся, родная. Фух, еле сдержался, чтобы не заплакать. Итак, крабовые палочки наконец-таки приехали, так что сейчас будем продолжать делать крабовый салат. Здесь уже вся смесь приготовлена. Здесь вот яйца, здесь вместо доски. Здесь положил салфетку, и сейчас буду резать еще яйца. Здесь другое, чтобы перекусывать, поэтому стол у меня вот такой. А, еще стол, вот вот попиваю. Вот, вот, тут уже оливьешка готова у Мэри. Тоже как-то, знаете, проголодался. Так, финальная часть рецепта записывайте. Перемешать все ингредиенты, которые вы, ну, вы рецепт да. ранее видели. Слишком получилась огромная порция, ребят. Не ожидал такого поворота. О. И майонезик остался добавить. Так. Да. Именно размешать. Майонезика не жалеем, не жалеем. Все-таки основной наш ингредиент. Ты вот это добей тоже. Да, сейчас добью. Ну, дальше салат отправляется в холодильник. Найти для него место еще. Салатик такой небольшой получился. Пс, если что, сейчас последняя возможность купить пак по новогодней скидке за 1390 рублей. Я последний раз предупреждаю. Вот такие фотки можно сделать на телефоне самим с моим паком. И всю инфу можете посмотреть в предыдущем блоге на вот такой вот минуте. Ссылка на пак в описании к этому видео. Скидки такой больше точно не будет. Ребят, ну мы решили, пока девки собираются, мы с Маришкой пока партию сыгранем. Бильярдик. Ну, сейчас Марина уроет, сейчас вы увидите. Вот да точно. Все мастерство. Да точно, точно. Ага, она любит скромничать. О, шикардос. Ничего не попало. Ну, в любом случае, круто. Нет. Да, ребят, мастер. Нет, ты выбирай, какой у тебя. Давай полосатый. Окей.
общем, немножко грустно, потому что Настя забыла свой новогодний образ дома. Так вот получилось. Случайно не доглядели, и вот все. Поэтому Настя, естественно, расстроена, но не показывает. Все остальные продолжают собираться. Я ищу сам в домашней одежде. Вот. Но Настя и так красотка, поэтому надеюсь, это не сильно повлияет реально на ее настроение новогоднее. У меня будет вот такой вот костюмчик. На самом деле вообще ничего удивительного, но костюмы я надеваю редко, поэтому вот на Новый год как раз-таки повод. И этот костюм я еще ни разу не надевал. Мне всегда важно почему-то на Новый год наряжаться в новое. Я думаю, у многих такое есть. Поэтому купил специально костюм на этот день. Знаете, как на выпускной одеваются? Вот, пожалуйста. Повтор истории, но я потом буду носить это зато. Сборы продолжаются. Ну-ка, я только начну, да. Пять реснички уже наклеены. Сейчас будет тон, подождите, я пока это... Тут уже при полном параде, мадам. Слушайте, красотка такая, блестящая. Удивляйте, удивляйте, мадам, так же я. А, ты так будешь? Точно нет. В блёстке. Да я сначала хочу оденься, потом уже... Ну давай, приходи, так оденешься. Да приду, приду. Я тебя это украшу, как я умею. Я просто думаю, уже прям одеваться? Да. Да. Сейчас я платье надену. Оу, ты мой платье не видела. Ой, пойдёшь. Реально упаду? Вот, у меня очень... Да, я могу вместо ёлки выпустить. Вау, офигенчик. Это круче, что немножко. Только я не застегнула, я не могу. Давай, не получается. Ну ладно, я пошла. Вот рабыня. Куда ее? Шучу. Такой вот наряд все-таки, да, Настюхи. Вообще выкрутилась только так. Шикарно получилось, скажите. Элайза, покажи свой наряд. Воу-воу-воу-воу. Какая. Так, с елкой встань, чтобы мы понимали, кто ярче. Ну, Лиза выиграла, естественно. Красотка. Писец. Мэри такая уж тут раскладывает салаты. Лицо. Ну что, стол уже готов, салаты разложены, бутерброды с икрой, вообще все, короче, здесь есть, осталось только сесть, и час до Нового года. Я же батя. Ребят, какой это что телеки идет? Просто фон очень крутой. Я не ожидал, что он так делает. Подарки. Что ты? Подожди, стой! Надо сесть все сюда. Начинаются поиски подарков. Вот смотри, вот. В общем, мне кажется, что этот цвет очень идет. Очень красиво. Посмотри, какая стильная. Да, шикарно. Нет. Ну точно нет, меня может от кого-то другого. Да? Типа, а что? Нет, ой, нет, есть. Нет. Нет. Ну ладно, теплица, да. Так, так, так. Вы все
знаете, как с Настей сложно угадать. Ой, я просто старалась, просто быть полезной. Интересно. Волнуюсь, не знаю, что. Давай рви уже, ну. Что это, боже мой? Как она перевернуть была? Что там, Лиза? Я подумала, что это тебе всегда пригодится. Вау, красивая такая. Это же Роби, тебе нравится. Вот очень наряд на Новый год. Сказала она. Очень красиво. Тебе для Марины, да? Я не знаю, как. Ну вот спрашиваю у вот это? Да. О, как сразу! Я не хотел то, чтобы сразу, ну ладно. Тимик, ты так красиво упаковал. Да вы шутите? Да он, блин, так же он. Он, если что, если я кто ходит и платит, то потом. Да, я обычно плачу. Все равно молодец, Вишня. Внимание. Спасибо. Так там записка сверху тоже. Так красиво. Блин, это так мило, ты всем так сделал. Шесть слов? Нет. Ну, в общем, записки связаны с подарками всегда. Я поняла. Подожди, да. О, там, боже мой, красиво. Очень красиво. Опа, там звучит что? Игра. Я не хочу скрывать. Давай. Да, а там записка была тематическая. Нарды! Нарды! Не представь себе! Нарды обалденно играет! Ну все, это вот сегодня! Вот сейчас это начало! Нет, нет! Коллекционное издание нашей любимой певицы! Пластинка! Чего? Ага! Там еще какая-то! Не завидуйте! Красавец! Это Нью-Йорк пазл! Картину собирать надо будет. Вот он говорил, ну, мне пустяки подают. Ага, даже он. Ну, это правда пустяки. Да, нет, это еще не все. Блин, мне так нравится упаковка. Как он нашел вообще? Да так. Карты. Раскрой, они очень прикольные. Да, да, да. Давай тебе. Вау, слушай, это... Правда, пустяки. А можно я просто почувствую? Давай, давай. Давай. Начинай. Сейчас попробую. Сейчас на свой укажу такой. Вот этот возможно? Нет. Да, ладно, неплохо, почувствую. Вот этот. Какой? Вот этот. Пальцем. Нет. Так, вот этот? Да. Ладно, третья попытка получилась. Почувствовал. Так. Давай поближе, сюда, Тимик. Оператор даром. Так. Это все из того угла мы взяли. А это... Реально. По бренду близко пошла. Окей. Баленсиага. Так. Вау, что там? Я еще сама не открывала. Так, очень интересно. Вообще понятия не имею. Я тоже. У меня реально нет идей вообще. Один колон. Как? Это же удивительный. Просто для твоего чая тела. Да, о, шикарно. Ну что? Так буду ходить? Какое существо? Не, вот так буду ходить. Шикарно, блин, Лиз. Да еще, если вы думаете, что это все. Опа-на! Офигеть! Смотри. Очень крутая. Теперь самый модный. Ты просто... Спасибо тебе огромное. Ты просто его спорщик. Это будет самым модным на Манхэттене. Да, ты так был и есть. Так, подарок Лизе отделать. Нет, но дело... Ладно, там смешно.
вообще. Поняла уже? Нет, ты же тяжело вез. Ну-ка. Да, думаю, да. Ну, смешно. Да! Что? В общем, я забыл это заснять, но мы ржем, потому что Лиза за пару мгновений до подарила такой же ежедневник от Dior своей подруге Свете. Поэтому это очень смешно, что так совпало. Дорогой дневник, сегодня сделаешь эти реснички. Ой, я не увидел. Да. Я бы дала попробовать. С другой стороны, Настюш. А вот, смотри. А, это как-то надо. Надо прочитать. Боже, что вы там не представляете? А ты же не поняла по надписи? Что? Вау! Ты помнишь, недавно говорила, что хочешь все хиты корейской косметики? Я взял все хиты из ТикТока. Офигеть! И что Настя мечтала? Ты сделала всю работу за меня. Вот это знаю! Вау! А это масло для всякого макияжа, которое... Вау! Ну, теперь тоже хочешь! Это хороший! Это так мило! Очень милый. Ой. Да! Молодец! Как ты так быстро угадал? Я тоже не знаю. Много слухов было про этот подарок. Каких? Их нет! Интересно. Мне сказали, что он был готов за полгода до Нового года. Да. Офигеть, я не знал. Я боюсь. Я не знаю, боюсь. Давай, давай. Это первый раз. Что это такое? Ты знаешь, что это? Я хочу увидеть. Вау. Очень красиво. Офигеть. Вот ты запомнила. Сразу. Офигеть. Мы в октябре вместе сидели. Офигеть. Алина сказала, я думаю, так скоро Новый год. Шикарно. Я не знаю. Ну правильно. Этот? Да. Да, сам большой. Ой, я как-то постеснялся. Посмотри. Ну уже как бы время вспомнить и прошло. О, классная. Очень красиво. Нет, зачем вы подписывали, если все в итоге удали? Нет, он был зверем. Просто. Очень хотел посмотреть. Он был зверем. Настоящий мужик. Боже мой. Так, что-то мягкое. Нет, конечно. Что? Что-то хотела, спасибо. Слава богу, угадали. Шикарно. Очень крутой свитер. О. Да, спасибо. Спасибо. Отдельно. Нормальную. В корзине я думал брать, не брать, может, ты мне возьмешь, что мы ладно. Реально говорю. Оделся. Забирай. Спасибо огромное. Ушел. Так, одновременное открытие подарков у Насти и Марины. У меня не почти подарки, Настя, вовремя, поэтому я взяла подарок. Открывай. Но он смешной. Смешной? Настя обожает смешные подарки, конечно. Давай, я жду тебя. Ну, он чуть-чуть прикольный и смешной. Мне нравится описание. Такой легкий еще. Да. Там просто воздух. Ничего. Он очень
женщина. Мне пришло в 4 часа дня, в тот день, когда мы уехали. Тот офигеть. Подарок, который я хотела взять сюда. Да, рви уже. Ну, я хочу аккуратно. Я вообще не знаю, что... Ну, давай! Ну! У меня сразу... У меня просто сразу понятно, подожди. Поэтому я же не открываю. Что это? Очки? Я ошибена, и бренд я ошибена. Но! Открой дальше. Я боюсь. Короче. Интересно очень. Есть какие-то мысли, почему? Нет. Это очки. От... Это немного смешно. Вау. Ну скажите нам. Очки Хейли Бибер. Мы просто все время шутим на Настю. Да, что она на Хейли Бибер, Настя. Настю, покажись. Офигеть. Хейли, это ты? Да, все. Реально. Блин, Настя, очень красиво. Ну не нервничай, просто забей. Подожди, я тебе скажу. Да что ж такое-то, господи. Открой коробку. Да. Да я понимаю. У меня пока нет идеи, что это. Ты что, если понимаешь? Выглядит круто. Я уже понял, просто не увидел на коробке сначала надпись. Давай, давай. Ну, уже хотя бы понял, о чем это в плане. Окно открывается. Юля. А что это? Обалдеть. Это камера. Камера. Это камера моей мечты. Посмотри, какая коробка классная. Они к кроссовкам подходят. Все, закончились распаковки подарков. Да, кстати, быстренько как-то. В прошлый раз 2 часа. Договор, один подарок. Один подарок с человеком. Ну вот, пришлось как-то так. В итоге беспорядок. Посмотрите, какой трэш, что с ним делать. Ну, идем пить, в любом случае. Все, все пошли переодеваться. Ребят, посмотрите, какой красивый бардак. Вообще все разбросано, еда съедена практически. Очень прикольно это выглядит, такое постновогоднее, знаете, что-то. Ренессанс! Как вам такая картина, ребят? Давайте выберем, какой образ Симса вам нравится. Оля, смотри, чтобы... Вот такой. Чтобы Лу не загрыз... Чтобы Лу не загрыз Томик, смотри, пожалуйста. Да, господи, бешеный Симс. Симс. У вас не рабочий. Симс уже домашний. Ты тоже домашний, но бешеный немножко. Симс, Верка, Симс. Здравствуйте. Верка, Симс. А это Sims Pets. А ты в зеркало покажи себя. Sims Эммануэль. Кто знает, тот поймет. Эммануэлиус? Да. А, Эммануэль, это 18+. Да. Вау, офигеть. Ну ему было типа 2 месяца. Знаете, ваши ставки, кто выиграет? Он просто на нее прыгнул. Ставь, пожалуйста, с озвучкой. Реально все уже проснулись, все уже разговаривают, включают музыку на громку. Из-за этого я тоже не могу уже уснуть. Вот, Лиза заболела. Короче, такое вот доброе первоянварское утро. Я слушаю, вот уже сделала завтрак. Нет, это все не я! Ладно, я имею в виду, подготовила стол. А, нет, не ты все-таки готовила стол. То есть Гульшат готовила стол? То есть Гульшат уже, дядя Юра, подготовили стол. Скажи, какое это слово этого утра? Матное можно? У меня слово этого утра это Цой, потому что он играл все утро, чтобы вы понимали, на всю громкость, на, если что, мы живем на нижнем этаже, напомню, она играла все равно на весь дом. На верхнем, вот. Знаете, тоже слышно. Твое слово этого утра. Ну скажи. А это должно быть прямое слово, да? Да.
меня это слово группа кино. Хорошее слово. Ну, не знаю, мне что-то не нашлось. Speechless, you know? Speechless. Speechless будет слово. Untouchable. Дядя Юрий по три лечки виртуальной реальности. Смотрите, он вот так стоит. Please news, не только please. Реально. Ого! Что такое? Я вернулась. А где код карты? Мы думали, куда ты ушла? Где здесь код карты? Не, мы должны такое же купить. Ты представляешь, что там? Я нет. Может быть, на четверых купим. Я, она про это говорит. Просто так стреляешь. Играла и спит. Выезжаем домой. Короче, было классно, весело. И мы запомним эту поездку. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось видео. И хорошего Нового года вам желаю. Счастливого, спокойного и посвященного самому себе.